Лошадки прибыли на работу. Добре. Maybe next time. Смотрите, как маршрутка. Кто-то сел, подъехали, кто-то сел, подъехали. Вот 13 номер. Зазывают, как прикольно. Такие лошадки красивые. О, и девушки. В основном мы видели, в прошлый раз, когда были здесь, видели мужчин. А сейчас девушки. 21 номер. Какая карета шикарная. Боже, класс. Вот, а вот и мужчина. Хотел сказать парковщик. Парковщик лошадок. Так, друзья мои, ну вот, вот мы снова на красивой площади. Много вам всего показали уже. Показали и в июле, и сейчас тут в конце августа находимся. Сейчас пойдем и пройдемся прямо по Флорианской улице. Она входит в достопримечательности Кракова. И в прошлом видео, в давнем видео, я оставлю в описании, мы обошли с другой стороны. Мы шли по параллельной улице. Да, мы шли по параллельной улице, как раз когда мы заблудились, нашли Барбакан. Это одно из самых смешных видео, потому что я там такое... просто рассказывала про музей Чарторийских и про это. Просто что вижу, то и говорю. Какой это музей Чарторийских? Короче, народ, посмотрите это видео. А сейчас... Мы из тех людей, которые не читаем перед тем, как приезжаем. Мы же с вами идем гуляем, а сейчас мы выходим на Флорианскую улицу. Бублик, который Наташа так хотела вчера. Ну, я не знаю, я вот и сейчас хочу, но я не осилю, наверное. Визуально посмотрю, почем сегодня бублики. А то что-то есть 2,80. Кстати, бублики, которые в центре, они по 3, а которые от центра, они по 2,50. Бесценные бублики здесь. Там наши отели, точнее оба наших отеля. И Portal House, и отель Витштос, Штос, и Флорианская улица уже с нами. Вот, вот это красиво. Да, давайте прогуляемся, интересно. Тут дома вообще все, просто супер, все дай-ка я. Этими иголками, чтобы не съедала птицы. Молодцы. И вон Флорианская башня. Смотрите, куда мы пойдем сейчас. Вот в эту красоту. Так, народ, кто любит шаурму? Почему ты? Поляки 20. Да, смотрите, очень приятно, украинский флаг. Чувствую, кебаб здесь вкусненький. О, ну я так наедена, что ли? Ну, мы позавтракали. Завтрак, кстати, в отеле очень хороший, сытный. Мы стараемся есть меньше, да. Потому что, честно, вот так вот очень много. О, вон мой друг фристайлер. Ух ты, ну-ка, мужчина, покажите, что вы умеете с мячиком. Это даже интересно. Неплохо, очень неплохо. Монетки можем дать. Да, давай. Да? Все? Да, все монетки. Все 50? У нас есть 50 копеечек. Сейчас. Ну, хорошая техника, еще и сидя. Да. Вот так вот подержать очень тяжело. Главное, нет. Таким тоже увлекаюсь иногда. Когда жду студента в зале, могу и пожонглировать. Вот красивейший Мариатский. Вам его показали, и вид тоже показали. Добрая Наташа. Молодец. Кстати, ты так сможешь? Как Наташина кофточка? Да, могу. Все, банкрот. Наташа банкрот. Но мне монет даст, я думаю. Если я сейчас сяду, меня просто выгонят, потому что это... Я хорошо делаю. Ой, мороженка, дай себе мороженое. Мы вчера с визуальной. И смурф. Мороженка очень вкусная. Наташа уже пробовала мороженое с розой, да? Ой, роза, тянущееся было. Роза, а тут почем вообще просто? Они обычно 6-7 злотых стоят. Да, мороженое. А 7 злотых. А мы за 6 съели, да? Мы за 6 съели. Но мы ели, как мы и сказали, мы ели чуть-чуть дальше от центра. Да, и очень вкусно. Это, что там было, мята и малина. А, первое, мята и малина, но красного цвета. Да, а одно розовое было. Наташа сейчас спрашивает, а что это? Она говорит, это мята. Мы такие, ну мята, по идее, зеленая. Она такая, мята с малиной. Она говорит, нет, это потому, что она с малиной. Кстати, вот такой он Краков. Мы уже с вами гуляли вечером и не один раз. И сверните в любую улочку, будут вот сувениры всякие, вот такие вот проходы. Помните видео, где
алкогольная улочка. Будут сувенирчики и будут, конечно же, бублики, рестораны и мороженка. Да, много людей, ну, будет интересно. Просто прогулка про на любой улочке Кракова, это классно. Вот смотрите, бублик 2,50. 2,50, да? Да. Вон Мишка. Пони Мишка. Магазин Мишек. Кто-то поет снова. Похоже, это та женщина, что пела возле Петра и Павла, не? Голос такой, как оперный уже. А мы сейчас посмотрим на нее. Разные-разные бублики. Сезам. Ну, давай, бублички. У меня крушейный. Вот так вот. Я у тебя откушу, ладно? Да, добро. А какие мы возьмем? Ну, какой хочешь. О, это с маком. Да, с маком возьмем? Нет? Тогда мне тоже возьми, на. Хорошо, два? Два с маком, да. Вот, денежки у нас есть, еще чуть-чуть осталось, но похоже, надо скоро менять. А 20 злотых. А будь ласка, два с маком. Вот есть солью, это мы уже показывали. Да, какой-то, а, сыр есть, мультигрейн. Все, берем бублик и гуляем. Добрый, вот так нужно гулять по Кракову с бубликом. Ага, дякуем. А, сдачу еще. Да. Точно. Это сколько нам должны дать? 15. 15. Дякую. Все, так, сейчас буду прячать. Мы теперь счастливые с бубликами. Бублик с мяком. С маком. С мятой, я хотела сказать. И с малиной. Мяком, нет. С маком я хотела сказать. А ну давай, на пробу давай. Так, я хочу. Мне все равно какой-то возьмем. Вот этот, то есть Наташа еще выбрала себе. Он такой свежий. Бублик получше, а мне не свежий ставил. Ну ничего подобного, у тебя мака богатше. Дивіться, люди, що вона это, бреше про мене. Мака у нее больше. О, господи, там женщина прямо заходит. А это вкусно. Если не в Кракове, то бублики мы ели в Global Village, турецкий. Тоже было неплохо. Нет, краковский смачнейший. Mm-hmm. Не, серьезно, серьезно. Ой, ну, это из Зорки. Mm-hmm. Она мужчина. Распивается. Он первым будет сегодня, ты тоже заходишь? Он Starbucks это Петра. Так странно, почему здесь бублик 2,50, а на вокзале 3. За вокзал. На вокзале сейчас все дороже. Но тут же людей побольше. Не, это девушка стрим молодая такая. Угу, действительно хорошо поет. То не так. То жиночка уже была. Угу. Ну, жиночка там. А це дівчинка. Заодно и практика да. Происходит. Так соседи приходят. Кстати, у нас в отеле в 8 утра играет скрипка громко, рядом такая консерватория, в 9 пианино, а потом труба еще присоединилась. Да, да, да. Хорошо, что не барабаны. Да, а хотите поспать в нашем отеле? Нет. Выбирайте Порто Хаус. Да, отель шумный получается. Нет, не шумный, тоже шумный. Но дорога маленькая, но и машины, и люди не поспишь. Но. Центральний ще тим будинком. О, є. Продовжаємо прогулочку. Я хочу сказати, що паралельна вулиця, я не пам'ятаю, як вона називалася. Що ти хочеш? Щоб я йшла далі. А, я так? Я ж тебе відганяю. Вона нічим не хуже, ніж Флоріанська. Но Флоріанська, вона, наверное, не... Да нет, вона не моднее. Как ты сказала, здесь магазинчиков понаставили больше, здесь да? Здесь магазинчиков и все. А там она интереснее даже с диска вот... Нет, тут тоже дома отличные, но там тоже. Ну, сувенирчики. Нормальные цены. Один магнит 10 злотых. Ну, в принципе, все цены сувениры мы показали уже на суконном рынке, да? И показали, когда мы просто гуляли в центре Кракова. А еще бублички. Ну, вот такая достопримечательность прогулка. Смотри, какие балкончики маленькие. Боже, какая прелесть. Угу. А что это такое? Тротория, дегаз? Не знаю. Это называется французский это балкон? Это не французский балкон, не знаю. Это краковский балкон. Это французский балкон, он такой прямой и маленький. А это такой все-таки кусок. Боже, какой красивый домик. Ну, тут бублики подписали, это классно. Сейчас. Что я бы сказала, тут бублики по 20-50, это классно. Дешевле не найдете. Вкусно. Отель Анкас Пелес. Анкус, да? Уникус, господи, уникус. Ну что,
Как я в том видео Франческу назвала траторией или наоборот, траторией Франческой. Посмотрите видео обязательно, где мы заблудились. А это было смешно. Да, сувениры здесь такие, в цену, в принципе, нормальную, адекватную. Простите, жую, бублик очень вкусно. О. Польские пасфуд. От 12 до 17. Так что, если нужно, и поесть можно. Тоже по цене очень даже нормально. Ресторан красиво оформлен. Запеканки, да? Угу. Цены адекватные вообще. Ну, ювелирочка. Индивидуальный проект. Давай заходить не будем, чтобы не кричали. Показать просто можем, что есть. Вон ювелирочка, 15% типа скидка. Ну, курс здорово, тут здесь написано 4,89, это продажа. Мы все время заходим, там покупка, чтобы у вас купить будет где-то 4,30, а продажа будет дорого. Хебе. Мне сюда нужно. Да, Наташе нужно сюда, мы сейчас зайдем, посмотрим и включимся. Друзья, мой магазин такой здоровый, куча всего, косметика. В общем, лайфхак. Если у вас есть подружка Наташа, вы хотите ее потерять, пройдите мимо какого-то магазина, она потеряется. Я уж так говорила, в аэропорту, кажется. Ну, тогда она заскочила в Duty Free. Зато есть время поесть бублик. Наташа вернулась, и сзади нее мистер Бин. То есть как фоткаем Наташу с мистером Бином. Ну, музей восковых фигур здесь есть на этой улице. Даже какие-то 50% скидки, 6 евро вход. Что для детей, для взрослых, по-моему, 8. Знаете, что-то мы вышли из магазинчика, и что-то на меня капелька упала. Возможно, будет дождик, да? Вот, только людей было. Ну, вчера очень жарко было. Мы просто пересиживали в галерее Казимеш. Пиджальня, водки и пиво. Пиджальня, водки и пиво. Правильное сочетание, водка и пиво. Да. Трубач. Слышим трубача, который играет в Мариатском. Наташа дожевывает бублик. Все, и мы идем, уже подходим к башне. Сейчас, наверное, ее чуть лучше покажу. А то в прошлый раз мы прям впритык подошли, и вышли мы слева. Классная прогулка была до сих пор. Я смотрела видео, так смеялась. Вроде, когда монтировала, смеялась, когда снимала, не смеялась. Когда снимала, я не понимала, что я морожу. Я просто сегодня улыбнулась, да? Что мы там рассказывали? Ну, было смешно. Дуже награмотнее. Ну что робить? Смотрите, сейчас, наверное, увеличу, просто чтобы показать действительно красивые фрески. Балкончик. Балкончик. Ну, там люди что? Едят что-то интересно. Такая красота. Давайте подойдем, пройдем и дойдем уже до Барбаканчика. Здание, которое охраняло Краков. Древние старинные времена. Повторюсь, вот здесь лучше не менять. За эту сумму вы купите. А предложат вам намного меньше. Ну а где вообще менять не надо, это в аэропорту. Вот я там сильно облажилась. Уже в нескольких видео это сказала. Бывает. Ой, столько людей, приятно. Просто такой движ. И погода, смотрите, какая хорошая. Как хорошо, что сейчас потеплело. А то в июле было просто холод дикий. Ну все, входим с вами в Флорианские ворота. Кстати, Коста кофе здесь есть.
принципе, в Эмиратах вкусный кофе. Вот оттуда мы приходили, картины мы показывали уже. Сейчас вперед к Барбакану. Наверное, можно поклониться, помолиться, поставить свечку. И вот он, Барбакан. По-моему, ворота открыты, или мне кажется. Наташ, там ворота открыты вроде. О, кстати, давай и здесь посмотрим. В прошлый раз я это пропустила. Да? Это королевская дорога. Ну и вот, мы, наверное, вошли вот в эту Флорианскую башню, и вот Барбакан. Вот как, подожди, и вот как оно смотрелось, вот так вот. Въезд вот здесь, да, был? Да. И он проезжал. Вот. И дальше уже после Барбакана защищали башни. Логично. Кстати, подожди, вон а там что-то есть, люди там ходят наверху. Да? Интересно, да. А может, это музей, который там военный? Ну, наверное, это один из музеев. И, кстати, вон Барбакан, что мне кажется, или ворота открыты. Прошла, были закрыты. Ну, наверное, платно, но... Давай ближе подойдем, по крайней мере, все. Ну, как бы мы в этом видео прошлись по улице Флорианской и логично закончить Барбаканом. Что? Просто интересно, что тут дивитися? А, ну вот... Ну вот, вот... Ну, вот, наверное, может не очень дорого вход стоить, поэтому... А вот эти булыжнички такие, мне кажется, вот из древности с какой-то. Ну вот смотри, интересно, вот проезжали, а тут-то что защищало? Я не знаю. Тоже должна была. Может, быть? Ров какой-то был просто. Ну подожди, вот же основание. Ну вот да, кстати, значит, да. Тоже что-то было. Значит, здесь просто была высокая такая стена, ну, да, это дерево, и промежуток доехали. Никто ничего, короче, никто никуда не проходил. Здесь стояли стражи. Вот он, Барбакан. В прошлый раз мы вышли такие, ну, вроде как Барбакан по фоткам, но мы не знаем. Так что сейчас, ну да, по сути, я уже вижу, что смотреть нечего. Вот Барбакан. Что это там? City Defense Wall, городские защищающие стены и какой-то селестат. Ага, ну вот он, Барбакан. Там девушка сидит, не будем ее тревожить. Такой Барбакан внутри. Стоит 10 злотых. А стоит ли она того? Ты, может, в музей в один сходили? Я не понял. Ну, народ, кому нужно, вот, можно зайти и 10 злотых. Ну, в июле было закрыто. В июле было закрыто, когда мы были. Мы просто пришли оттуда. Не знаю. Ну вот, сегодня мы прошлись по Флорианской улице. Снова посмотрели башни, уже просто по улице прошлись. По Королевскому пути, да? Ну, выходит, да, Королевский путь. Королевский. Мы сегодня гуляли с вами и были королями. Ну, мы есть короли. Вы с нами подписаны на наш канал. Я пошла из Наташа кадра. Удивлена, понятно? Я сейчас. Можно вот так вот выбегу? Подожди, корона. Все, нет. Ставьте лайки, пишите комменты, смотрите видео. Будьте собой.